всем привет! Мы снова с вами, на Игромире. Да! Отлично! Сегодня, в общем, два слова тем, кто не совсем понимает, что происходит. Продюсерский центр «Пентаграмма» сейчас ведет переговоры по поводу покупки лицензии на постановку мюзикла «Тетрадь смерти» в России. Композитор Фрэнк Уайлдхор, 15-й год. Это очень известный мюзикловый композитор. И в прошлом году мы занялись как раз всем этим делом. Было дано несколько концертов в Москве, Петербурге, в Воронеж ездили. В данный момент занимаемся адаптацией русских текстов мюзикла, пока идут переговоры по поводу покупки лицензии. И не можем, мы вообще никак не можем вам это не представить, потому что где, как не здесь, завлекать людей на то, чем мы вообще занимались в прошлый год. Ярослав Бояр у нас, Александр Казьмин. Ярослав не понял, что сейчас нужно делать, но это не страшно, ребят. Перед тем, как будут исполнить несколько треков, небольшая затравочка. Все-таки «Тетрадь смерти» — это у нас очень-очень знаменитое аниме. Кстати, у самого душа болит по поводу всех киноадаптаций. Вы не одиноки. Вот, поэтому небольшая затравочка, раскачаем вообще этот зал. Раскачаем его! Поехали! Александр Казьмин. Ярослав Бояр. Стэдди.